Я поражена, потому что это место, Ялта-Интурист, в сегодняшнем варианте, в сегодняшнем воспроизведении даст фору любому европейскому роскошному отелю. И мне больше всего понравилось то, что несмотря на всю роскошь и вот все эти прелести, и очень достойные условия, и, конечно же, и все-все-все, что здесь есть, от внешнего до внутреннего содержания и наполнения, это место сохранило душу и сохранило вот такую человечность и вариант семейного отдыха и семейной атмосферы. Пусть это место процветает, я просто хочу пожелать, чтобы здесь были очень хорошие люди и гости. Меня даже, кстати, гости сегодня поразили. Даже те, кто приходили с вопросом о фотографии или об автографе, это было настолько все в интеллигентном ключе и форме, не так просто, знаете, как это бывает. А, можно с вами сфоткаться. Вообще, вот те, кого я встретила в отеле, начиная от официантов до людей, которые работают вот в центре, в самом медицинском, куда я, надеюсь, завтра попаду. Ребята, у меня завтра выходной. Кстати, этот выходной я проведу в отеле «Ялта-Интурист». Я выражаю свое восхищение и благодарна всем тем людям, кто приложил руку своего человеческого участия, инвестиций и всего того, что было вложено вот в этот шедевр.